Да, Сатурн виден так себе. Слишком низко над горизонтом. 9 июля. Двадцатый год, Харьков, 22:45. Ну, кольца видно, ну такое. Что-то смутное-мутное. Это при низкой светочувствительности. Ну, распознаваем Сатурн. Видно даже по углу наклона эллипса этого кольца, что он поднимается над горизонтом. Это он поднимается. Сейчас наведемся на 1 350 000 000 километров до него. Зафиксируем. Так. И хочется мне сейчас снять Юпитер. Это у нас внизу фонарь депо. А вот это у нас Юпитер. Хочу, только что снял при других настройках, чтобы было видно спутники, хорошо их было видно. Теперь хочу снять, чтобы, может быть, полосы можно было разглядеть. На Юпитере спутники мы вряд ли заметим при таких настройках светочувствительности. Фотоаппарата. Что, в глазок я вижу полосы. Не знаю, как это будет выглядеть. Вот те, будьте любезны, 620 миллионов километров до Юпитера. Вот это вам. Мне на экране не видно. Ни полос не видно. Ни спутников не видно. Ну, во-первых, еще низко над горизонтом. То есть плотные слои атмосферы мешают видеть. А в окуляр видно спутники, надо же. Ну, как показала практика, видно не то, что на экране монитора, потом на ютубе, на компьютере не то, что видно в окуляр, а то, что видно именно на этом маленьком экранчике. Ну, а где ж ты делся? Хороший ты мне. Вон это где. Так, сейчас попробую резкостью поиграться. Будет неприятно визуально, как и все дрожание это. Ну, может, что-то получше найду. Ну, по-моему, это, блин, ну, в окуляр я вижу 1, 2, 3 спутника. И полосы вижу. Да, 3 спутника точно вижу. Левый крайний Ганимед, ближе к Юпитеру сейчас находится Европа. Спутник Европа. А справа сейчас 2 спутника. Каллисто.
крайний правый. Ой, как же вас тяжело, ребятки, поймать. Ну, Калиста, я даже в окуляр не вижу, а вот ближе к Юпитеру сейчас Ио, который за ночь, к 2 часам ночи, он будет уже не справа, а слева от Юпитера. Да, Ио вижу в окуляр. Ладушки, 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 как там написали, где были у бабушки, да? А 2 часа ночи, если не будет облаков, снимем Венеру. Как Илья в комментариях заметил, единственная, кроме Земли, планета, которая имеет женское имя. Никогда и сам на это не обращал внимания. Так, ну при такой светочувствительности даже огней города я не вижу. Это просто потрясающе. Ну вот дома, высотки. Многоэтажки, они сейчас освещены просто очень ярко. Хорошо. Еще раз летаем к Юпитеру. Резвенько. Ну все, остальное будем в 2 ночи снимать.